Tekiva, a small town in Ivanovo region. They don't have billboards here, just posters like this showing intercontinental ballistic missiles. That's because it's the home to a missile division, with its RS-24 Yars and Topol-M rockets. NATO knows Topol as Sickle. This is a missile regiment from the Tekiva division. That's what a battle missile unit looks like. Filming from this point on is forbidden. Down there and on that side too, because everything is classified. The place is completely deserted now. Everyone's away on missions. Командир полка, полковник Феофанов. Добрый день. Слава Гусь. Раш Тудей. Это боевая часть. Это ракетный полк, который основная его задача – это несение боевого дежурства по обеспечению ядерной безопасности Российской Федерации. Объект секретный? Да, действительно, это ракетный полк является режимным объектом. Но новой техники много, наверное, да? Очень много новой техники. В основном контрактники у вас? Часть комплектуются как военнослужащим по призыву, так и военнослужащим по контракту. То есть успеваете подготовить за короткий срок службы специалиста? Да, через полгода он способен самостоятельно выполнять уже поставленные задачи. Механик, хватит занять место в кабине. Ensign Lubintsev is 25. He was conscripted and then stayed in the army as a regular, and he joined the missile forces. Готов к выполнению упражнения. Запустить ходовой двигатель. He says that doing this in the simulator is even harder than doing it in the real vehicle. Внимание, возможно налет тактической авиации противника. Вот они, пошли уже. Взрывы, налет. Это то, что вот реально. То есть он с курса не сбивается, уводит все. Увеличить скорость. То есть вот это сейчас была инерция взрывной волны? Да, вот это взрывная волна. То, что вот механик-водитель чувствует в кабине. Повреждение агрегата невозможно туда уже приезжать. Механик-водитель, заглушить агрегат, покинуть его. Механик-водитель, грубо говоря, занимает там охрану оборону агрегата, занимается до прибытия, поддержки, грубо говоря, устранение исправности. Ну, для платы ощущений предлагаем занять место механика-водителей. Но до этого я водил только легковой седан. Компьютер прощает многие ошибки, не то что в жизни. Я сажусь. Отпускайте тормоз, первую передачу, отпускайте тормоз, давайте газу. Well, it feels as though I'm in a real truck. Oh, and there's a computer screen in place of the rear view mirror. It does feel as though I'm driving a real car. And you can feel just how big this vehicle is. You know that you're driving something really heavy. Внимание! Возможно нападение ДРГ противника. При нападении увеличить скорость. Понял. Появилась вражеская авиация. Почему тут нет ремней? Держите машину прямо по курсу, за стол. Понял. Да, нас все-таки подорвали немного. Держать руль. Так. При нападении механик-водитель увеличил скорость, и этот участок пошел на повышенной скорости. Ну что, по-моему, проскочили. Впереди... Впереди контр-эскар. Контр-эскар, то есть резкая горка. Левее руля. Колеса прямо. Ну что там? Проехал? Отлично. Ничего себе. Элемент преодолели. Yes! Замечательно. Можно покинуть кабину. Ну что ж, поздравляю вас. Можно сказать, что уже стали механиком-водителем. Попробуй силу, мощь агрегата. Спасибо, да. Весь ядерный потенциал России, можно сказать, привезли. Служу России. Ну, погодка чуть испортилась у нас. Но ничего страшного. У нас агрегаты готовы выполнять задачу в любых погодных условиях. Now Alexandra and I are going to the testing ground to put my new skills into practice.
когда поездишь на, вот на этом агрегате, то есть, как бы, габариты все равно не маленькие. И садишься в свой автомобиль, и кому он кажется таким маленьким. Все маленькое, руль маленький, педали. Сюда уже как в родное садишься. Здесь уже привыкать ни к чему не нужно. Ночью разбуди, сядешь, да поедешь. Я учился в Астраханской области на полигон Капустин-Яр 2 года. На тренажерах ездили, на агрегатах, на учебных. Теперь несу боевое дежурство в ракетной дивизии. Вот сейчас будем выполнять упражнение. Заезд на въезд задом на габаритную площадку. Ехали на габаритную площадку, видите, красные ограничители создают туннель, который нельзя задевать. Задеваешь ограничитель, соответственно, ошибка сразу. В пуске мечтаешь поучаствовать? Это да, это мечта. Съездить на пуск в Плесецк, увидеть своими глазами. Я думаю, впечатлений будет масса. Полковник во время дежурства происшествий не случилось. Дивизион занимается согласно распорядку дня. Дежурный по первой ракете дивизионной гвардии младший сержант Елисеев. Вольная! Вольная! Пожалуйста. Здесь на данный момент рабочее место командира полка, откуда я осуществляю управление ракетным полком, как в повседневной деятельности, так и, соответственно, при выполнении поставленных задач. Извините. Полковник Феофанов доложит состояние пусковых установок пунктов управления. Хорошо, доклад принял. Продолжить несение боевого дежурства. Все пусковые установки бои готовы. Готовы к выполнению задач по предназначению. Vladimir Gribyonkin is a rocket engine specialist, a top secret scientist. In the late 50s, he worked under Sergei Korolev on the Temp series, the Soviet Union's first mobile missiles. 30 years ago, the mobile Topol rocket began its combat watch. Gribyonkin was one of its originators. У меня в семье не знали, чем я занимаюсь. Мы были очень закрыты, естественно. Когда я получил первый орден Трудового Красного Знамени, молодой еще мальчишка, ну хотя семьянин, у меня дети были, жена говорит: «Папуля, а что ты делаешь?» «Ну какая разница, машины делаю». The Kozelsk Missile Division is currently renewing its equipment and adopting the silo-based yard system. The missile regiment practically lives underground. There are streets and houses, but no residents to be seen. Only combat officers are allowed to go further than this. It's a locked system with 2 hermetically sealed doors like this. Behind them, there's a lift to the missile bunker. And beyond that, the control point entrance. Вся конструкция шахты, включая защитные устройства, высоко защищенная, выдерживает прямые попадания ракет. Ракета высоконадежная, в готовности выполнить боевую задачу ежесекундно. This is a tactical launch site for one of the Kozelsk missile regiments.
It's hard to believe, but beneath my feet is a shaft of more than 50 meters deep. That's more than a nine-story building. This is where the UR-100N intercontinental ballistic missile is based. The NATO code name for it is Stiletto. This is Russia's nuclear shield. Наше оружие, вот как говорил мой учитель Александр Ильич Надирадзе, оружие возмездия. Володя, это оружие возмездия. Мы должны в случае первого удара с их стороны быстро им ответить. Слушай, боевой приказ. Приказываю быть на БСП номер 7, отразить нападение вооруженных лиц. К бою, по местам! Я рядовой Кустов Максим Владимирович. Сейчас веду службу, несу службу в расчете усиления ракетного полка на боевом дежурстве. В смысле угроза блокирования КПП, а ваша задача? Отразить нападение, освободить заложников, либо разминирование каких-либо взрывоопасных устройств. Все зависит от поставленной задачи. Занятия прошли успешно, противники обезврежены, все прошло хорошо. The Topol-M and Yar's ballistic missiles are still classified. Their most top-secret part is the aiming system, but it is often displayed at exhibitions, like VDNH in Moscow, and the Military Technology Forum, Army 2015, where they only have non-operational models. Символично то, что наконец-то мы как бы открылись. Вы знаете, что нельзя было фотографировать с правой стороны наш тополь. Алексей Викторович, это вот этот прибор нельзя никогда телевидению снимать на ракете Тополем? Совершенно верно. Это блок гирокомпаса и верхний прибор, который, собственно говоря, и осуществляет прицеливание самой ракеты. Мы определяем азимут с высокой точностью, связанной с единицами угловых секунд. Одна угловая секунда при полете ракеты дает достаточно большой промах, около 40 метров. И наш курсант учится, чтобы эти угловые секунды, секундочки и доли секунды были как можно меньше. У меня здесь навигатор, который определяет дорогу там, с точностью до, ну, наверное, метров 3. Я когда еду, поверните здесь. Я здесь поворачиваю, и там я поворачиваю ровно на повороте. Эта система решает, по сути, ту же самую задачу. Но она это может сделать в любых условиях обстановки. И примерно в 10 тысяч раз точнее. Филиал военной академии ракетных войск стратегического назначения является уникальным военно-учебным заведением. Полевая учебная база позволяет осуществлять подготовку более чем по 12 специальностям. 90% времени мы занимаемся тем, что обеспечим повседневную жизнедеятельность. Это машина обеспечения боевого дежурства. Особенность агрегата заключается в следующем, что агрегат представляет собой колесное шасси, дизель-электростанции, столовую. Прошу.
Я первый, да? Конечно. Это места для размещения личного состава. Выглядят они как купе вагона. При этом полностью весь расчет, который работает на пусковой установке и вообще на стартовой батарее, размещается здесь. Почти железнодорожный вагон. А белье выдается? Конечно. Получается на время полевого выхода. А розетки у 220 еще работают? Конечно. Работает все полностью. Именно 220 вольт, именно 36 вольт, то есть любое напряжение. Ну, это, видите, у нас один из отсеков, который используется как столовая, в котором принимает пища. Добрый день. Здравствуйте. Слава. Павел. Чем будете кормить? Гречневая каша, щи, компот. I ordered the soup. Let's see what missile guys eat. Ракетчики. Ну как вам суп-то понравился? Как точно? Вкусно. Let me try it. I don't believe you. Pretty good. Расчет ранить. Смирно. Получен приказ привести агрегат в полную боевую готовность. Расчет, агрегат развернуть к бою. 201-й, подготовить УПУ к работе. Мы находимся на особой территории военного института, в котором проходит заключительный этап подготовки курсантов. Это техническая позиция. Здесь хранится техника, хранится различное оборудование, проходят учебные занятия. Just with one finger, I lifted and lowered a missile carrier that weighs 105 tons. It's an amazing feeling. Насколько я понимаю, я самое вкусное сделал. Поднял машину, да? Вы выполнили механическое вывешивание агрегата для придания жесткой опоры во время производства, во время пуска ракет. We're in the Strategic Missile Forces Tactical Unit Training Center. It's a simulated command center, and this module, for example, is a mock-up of a mobile systems control panel. Cadets and officers practice operational missile launch sequences on simulators. Вот это оружие, чем оно прекрасно? Безопасно в эксплуатации. Вы знаете, все жидкостные комплексы, которые есть, имея очень токсичные компоненты, проливы, заправка, сливы, здесь ничего не требуется. Но им надо освоить что? Да, программное управление, само собой. А для двигателей он спокойненько лежит. Температурно-влажностные условия обеспечиваются, дизель работает, все прекрасно. The town of Znamensk in the Astrakhan region is known as the Kapustin-Yar shooting range. This is where the Strategic Missile Defense Force was founded in 1947. On October the 10th in that year, an A-4 missile, an exact copy of Germany's V-2, was launched. Later, almost all Soviet ballistic missiles were tested here. Now there's a joint firing range and driving school for the 16-wheeled giant MAZ vehicles that carry and launch the Topol-M and Yars missiles. Thank you.
доеду, ощущаю себя частицей ядерного потенциала нашей страны. Какую-то ответственность за то, что управляю носителем ядерного оружия. Сначала не верил, что это возможно проехать там ров слабой, довольно-таки глубокий. Машина везде довольно проходимая, волнующее просто ощущение. Надо просто газа добавлять, и все получится. Сейчас колесное шасси находится перед элементом холл. Тренажер дает начальные навыки преодоления этих элементов, но на практике есть некоторые особенности, которые, я думаю, вы сейчас и испытаете. То есть можно попробовать? Конечно. Проехать? Да. На настоящем? На настоящем. Что, надо попробовать? Well, I have to try. Оказывается, это не руки дрожат. Well, it's not my hands that are shaking. It really is the wheel. I'm calm. Let's do it. Сейчас машина будет подниматься. То есть первые три колеса будут подниматься, мы будем в воздухе торчать. Блокировку надо включить. Может, остальное забыл сказать. Первая скорость. Да. Направление движения. Направление движения вперед. Все, она поедет сейчас. Чуть левее, левее. Еще чуть-чуть. Еще. Едем, тихонько. Все. Сейчас вот когда начнет подниматься, немножечко можете газу прибавить. Чуть правее. Ага, вот так вот. Все, газу прибавляйте, можете. I wouldn't have done that without the instructor's help. But driving a 105-ton vehicle feels really amazing. Средства массовой информации, видите и слышите гиперзвук. Гиперзвук – это совершенно новые, так сказать, подходы к вооружениям любым. Гиперзвук. Над этим сегодня мы работаем. Every missile guy dreams of two things – taking part in a real launch and driving across Moscow's Red Square. Only the best are chosen to come here, and after the parade, some of these vehicles go straight on to the International Military Technology Forum, Army 2015.